завершили очень интересный проект, установили мебель в комнату для школьника. Основной акцент мы сделали на шкаф-гардеробную с речными дверями. Шкаф высотой 3 метра. МДФ, бокалинный МДФ, крашена с двух сторон, мы ее наращивали. Речные двери и точно так же без МДФ покрашены с двух сторон. С обратной стороны остекление. Алюминиевая ручка покрашена в цвет. В первой секции у нас выдвижные ящики для хранения с разделителями для удобства. Много открытых полок. Далее полки для обуви. Здесь у нас брючница с отделами для аксессуаров. Стильная черная штанга. Много антресолей. Все двери работают на доводчиках. Вуаля!